Троице, Деву, от видимого и невидимого зла, сохрани нас, пречистые, и прими молитвы наши, и донеси Сыну Твоему, да даст нам ум творить волю Его. Спаси, Господи, хотелось бы мне порадоваться вместе с вами и представить вам свои песни с Божьей помощью. Икона Казанская. Всех людей на свете свою жизнь отдал. Приди же к нему, человече, у креста постой. К ногам прильни со слезами и душу открой. Расскажи ему со смирением ты печаль твою. Со слезами уповай на веру свою. Так и Матерь Бога на Голгофе у креста с Иоанном Богословом с болью взирали, скорбя. Казанская лежит, сверхчудотворная ее весь мир чает и трепеточно чтит. Подойди к подсвечнику и зажги свечу, приложись к ручке младенца и поведай скорбь свою. Тебя сразу услышит и благословит. Радость даст и успокоение души твоей. Исцелит болезнь ти и поможет скорби скорей. Огни с просьбами, молитвою приходят все они. Услыши нас, заступница на всех, благослови. Молитвами своими спаси, заступи. Следующая песня называется «Афон в снегу». И молятся монахи смело,
все службу Богу воздают. Днем трудятся руками и ногами, смиренно послушание несут. И молятся с воздетыми руками, мы спим, а нас молитвы воздают. Днем трудятся руками и ногами, смиренно послушание несут. И молятся с воздетыми руками, мы спим, а нас молитвы воздают. И каждый вздох в молитве, каждый час. Ногами там везде все люди ходят, а духом возносясь к горе. Для тела ничего там не находят, а все святое отдают душе. Ногами там везде все люди ходят, а духом возносясь к горе. Для тела ничего там не находят, а все святое отдают душе. Дивный монастырь
давний. Ждет каждого, кто в храм прийти готов. Недавно я написал песню про тех, кто печет пирожки. Спасибо всех тех, кто печет пирожки, врачей, что больных, бедных лечат. Баранку, кто крутит с утра до зари, и тех, кто в церквях ставит свечи. Людей все оставил, ушли в монастырь, вручив свою жизнь в руки Богу. Священство, кто принял и всех звонарей, кто в храм находит дорогу. Просто они делают все с любовью. Надо и нам делать другим только все просто с любовью. И нет к больным сострадания. В себя я смотрю, там одни грехи, на Господа лишь упование. Спасибо всех тех, кто печет пирожки, и тех, кто жалеет всех нищих. Прости всех нас, Боже, за наши грехи, ведь все мы спасения ищем. Просто они делают все с любовью. Надо и нам делать другим только все просто с любовью. Рассказать такой прекрасный рассказ. Это были три девочки. Когда они встретились, они увидели на дороге, возле храма стоял нищий, ну, как по-нашему говорят, бомж. Люди его все проходили мимо, даже отворачивались, потому что от него исходило зловоние. Вот. И когда одна из этих девочек подошла к нищему и говорит ему: «Ты знаешь, — говорит, — тебя, — говорит, —
кто-то любит, говорит еще. Он говорит, кто меня может любить? Все меня покинули, забросили. Мне негде ночевать. У меня нету, то есть ничего. Всех родных от меня отвернулись все. И она показывает на храм, говорит, Христос, говорит, Он тебя, говорит, очень любит. И взяла его маленькую ручку, положила в его большую ручку. И говорит, пойдем со мной. И он так удивился. Он пошел в храм Божий. И прошли года. Она выросла, все девочки выросли. У этой девочки, которая подводила этого человека, муж был пьяница. И никак она молилась, тоже она церковный человек была. Молилась, но не могла ничего с ним поделать. И вдруг услышала, что где-то находится старец Алипий, его звали Алипий, величайший старец Руси. И она, ей говорят, поедь туда, старец как раз, говорит, он молится за таких людей. И она приехала туда, к старцу, и думает по дороге, там за неделю записывались к нему, чтобы попасть к нему. Вот она думает, как, что я ему скажу, переживать начала. И когда вдруг так все случилось, что она подходит к старцу Алипию, и когда старец Алипий ее увидел, вдруг падает перед ней на колени и целует ее руки. Оказывается, она говорит, старец, почему вы мне целуете руки? Он говорит, а ты помнишь, говорит, нищего бомжа, это был я. Вот представьте себе, какой прекрасный пример может любого человека изменить. Ваша улыбка, ваше доброе слово, ваш добрый пример. Даже если что-то и захочется прогневаться на человека, просто если вы даже промолчите, не скажете плохого человеку, вы уже сотворите чудо. Это воин Родионов Евгений. В лице этому воину была написана песня. Теперь уже, раньше он был Геннадий Потаракин, может кто-то его помнит, он приезжал сюда к нам во время. Сейчас он монах Герасим с вашей епархии как раз, с городца там он, это, сейчас вот не знаю, где он там находится, но вот мы вместе писали эту песню. Представить вот эту песню. Враги не победят.
Родионов Евгений не расстался с Христом. Родионов Евгений, ты пошел за Христом. Родионов Евгений, звоны колоколов. Родионов Евгений, светлый воин Христов.
по тьму. А чистая душа взлетела на небо к Богу, Богу своему. А чистая душа взлетела на небо к Богу, Богу своему. Да будет имя Господне благословенно навеки. Следующая песня называется «Сторона моя православная». Испытала ты Русь державная, вся слезами да кровью политая, опаленная, но не убитая. Старцы все твои да подвижники, верили, молясь. Казаки, роты, станишники не приели грязь. Русь святая православная, Господа Христа, Христа иная, за тебя мы, Русь, помолимся, Богородице поклонимся, Русь святая православная. Господа Христа, Христа иная, за тебя мы, Русь, помолимся, Богородице поклонимся. Да праведно жил в Руси народ, а врагу-то все завидно, его злость берет. Сторона моя православная, где же сила твоя державная? Станем, братья, мы с верой единою за Русь, матушку Богом хранимую. Русь святая православная, Господа Христа, Христа иная, за тебя мы, Русь, помолимся, Богородице поклонимся. Русь святая православная, Господа Христа, Христа иная, за тебя мы, Русь, помолимся, Богородице поклонимся.
Еще в нашей епархии есть замечательный монастырь преподобного Макария. Наверное, кто-то был там из вас, Макария. Это над Волгой рекой, в которой монастырь находится. Я предлагаю вам послушать эту песню. Следующая песня нашего любимого святого. Преподобного Серафима Саровского.
праздник, сияющий крест и не скрывая глаз. Церковь виднеясь впереди на пригорке, Христос уже ждет там нас. Батюшка родненький спешит помолиться за своих духовных детей. Радость моя, Христос воскресе! Утешая, вытирает слезы с очей Серафим. Спасает духовных детей и до сих пор всем помогает, когда его позовут. Незримо, как Бог, людей он спасает, помолишься ему, он уже тут. Серафим, песня «Как хотелось бы стать соколом». Как на время бы стать соколом и взлететь на небеса, дать бы слова Господу, чтоб исполнил наверняка. Чтобы жили все люди счастливо, и войны бы не было, нет. Все болезни исчезли бы навсегда, а в душе бы был Божий свет. Сложное время, время надежды, время приходит. Принеси покаяние Господу сердечно, как старый монах. Навсегда бы выбросить сотовый и на свалку комп интернет. Телевизор бы выбросить в мусорку, ведь ногим я родился на свет. Принести покаяние Господу за другие свои грехи. Сделать много-много добрых дел, чтобы душу свою спасти. Наш Господь страдал, даже жизнь отдал, чтобы не болел и счастливым став. Очень высоко соколом летать, песней Божьей.
души согревать. Есть такой еще прекрасный скит Дивеевского монастыря, как называется, Кутузовка. Он находится где-то километров 12 во все стороны лес, и потом выезжаешь на огромную поляну, и там огромнейший собор стоит, как вот у нас в Арзамасе такой огромнейший собор. Вот. И следующая песня, которую я хочу вам представить, это песня про Кутузовский скит. Жизни, чем за Богом монастырь, уйти служить Ему всем сердцем, верой и правдой, молиться за весь мир молитвой доброй, славной, молитва слов листая аж до дыр, трудом, постом смирять себя с другим, делясь другим всем самым сокровенным, а покаяние оставляя неизменным, любовь, надежда, вера и глаза. Здесь с радостью бывает старый млад, в Кутузовке родной и незабвенной. И каждый с Богом очень-очень рад. В обители святой благословенной, в обители святой, в обители святой благословенной. Монашество принять, идти за Богом тернистою тропой, Христу всем сердцем жизни подражать, утехи мира навсегда забыть с тобою. Здесь с радостью бывает старый мой. И с Богом очень-очень-очень рад. В обители святой благословенной, в обители святой, в обители святой благословенной, в обители святой, в обители святой, в обители святой благословенной. Thank you.
преподобный Гавриил Ургебадзе. Представляю вам внимание песню. Хотелось бы мне представить вам еще это, недавно, вот, как-то беседуя с таким тоже большим человеком, певцом, это Владимир Маркин, наверное, слышали его песни. Я вот хочу представить тебе поэтессу, она раньше жила в городе Илецк, а теперь она живет в городе Воронеж. И у меня есть три песни, очень прекрасных, которые исполнены на ее стихи. Она это услышала и говорит: «Бачка, я с тобой 16 песен написала». Вот. Хочу вам представить такую прекрасную
как бы песни ее, которые, ну, я так на выбор. Песня называется «Не спеши, вагончик». Ирина Семенюта, которая живет в городе Воронеж. Вот эта песня. Одна из любимых моих песен, которую я написал в Калининградской области. Называется «Осень». Красивый свой наряд, природа оживает и краски вдруг меняет.
деревья краснорыжие, что радует наш взгляд. Колокола бьют на звоннице звоны, всех вокруг призывают на молитву свою. Царство небесное внутри вас пребывает, так учил наш Христос. Слушай совесть свою, слушай совесть свою. Звоны всех вокруг призывают на молитву свою. Царство небесное внутри вас пребывает, так учил наш Христос. Слушай совесть свою. Держа на руках свой небесный покров.
за нас заступилась.
если бы мне научиться верным быть, как они, Христу. Я всегда посвящаю город Ростов-на-Дону. Есть человек, который любит слушать очень эту песню. Надеюсь, что она понравится и вам. Иссохшая земля, земля пустыня, она бесплодна и почти мертва. В Египте 48 лет жила Мария, борясь с грехами Господа моя.
Не устали еще? Нет. И вот я хочу вам предложить песню со своей родины про своих святых. Называется она «Плач у креста».
села с креста. Утихнет злость людская, кто камень гроба отвалит. Христа здесь нет, он у рая. Пусть же время вспять не повернуть. Матфея, главу 27 прочитать не забудь. Плач и печаль у креста, мир содрогнулся в печали. Нас всех спасает любовь, где бы мы ни были с вами. Мир вам читаем в стихе, читаем с годами, и возносясь в небеса, слышно всегда буду с вами. Доверься сердцу своему, прошу, иди к Христу. А у нас акустика плохая, они будут вами шать, а не вам. Я благодарю, что вы пришли на эту встречу. Позвольте мне от имени всех уренцев подарить вам книгу «Музейное издание по истории православной церкви». Когда вы у нас служили, я помню, что мы об этом с вами тоже разговаривали. Вы помогали немножко мне вот, при сборе материала этой книги. Поэтому я вручаю от всех уренцев книгу по истории. Позвольте выразить вам большую благодарность за то, что вы позволили нам здесь побыть в вашем музее. Вот я теперь с радостью буду всем музыкантам рассказывать. Вот я в музее выступал. Пожалуйста. Друзьям своим. Спасибо большое. Надеюсь, что вам очень понравилось. Спасибо, Господи, на постепенно.